Привет! Сегодня суббота, 12 октября 2024 года. Мне не хочется пытаться умничать, а просто хочется подумать вслух про любовь. Это приятнее делать. Во взаимодействии с кем-то, вот. Во взаимодействии с кем-то, чем одному. Если я один, это становится автоматическим и неосознанным, менее эффективным. А во взаимодействии с кем-то, с человеком, собеседником или вот с камерой, как записывающим устройством, это становится более осознанным, более, ну и более эффективным. Значит, я себе представлял, что я скажу что-то вроде позволяю сейчас себе быть именно таким, какой я есть. Но как-то идти по плану не хочется. А если без плана, если что рождается в это мгновение? Можно реально позволить себе быть сейчас именно таким, какой я есть. Ну и сделать то, что мне сейчас, чего я сейчас хочу. Мне сейчас комфортно побыть в этом моменте. Поумничать чуть-чуть хочется, что вот когда включается записывающее устройство, сейчас это видеокамера. В юности когда-то я включил магнитофон на запись. И мне сразу стало очень волнительно. Ну, а сейчас, да, я включ... Сейчас я включ... Привключ... Сижу с включенной камерой, и что я чувствую? Ну, мне приятно, я чувствую осознанность, чувствую пребывание в моменте сейчас, и вот в этом моменте у меня ощущения приятные. От чего они приятные? Видимо, потому что мое внимание сейчас где? В моменте сейчас или где? Мое внимание на моих ощущениях в теле в моменте сейчас. И это приятное ощущение, как, ну, как-то перекликается с ощущением влюбленности.
аж на зевание тянет. Как хорошо. Потому я предлагаю вам сейчас позволить себе быть именно такими, какие вы есть. Потому что, опять же, изменения неизбежны, и в следующее мгновение вы будете другими. Но в данное мгновение вы не можете себя мгновенно изменить, и потому бессмысленно требовать от себя сейчас, в данное мгновение, быть не таким или не такой, какие вы есть. Нет смысла в данное мгновение не одобрять себя за то, что мы именно такие, какими есть. Вся предыдущая жизнь привела нас к этому. И в каждом случае людям свойственно выбирать наилучшие, по их мнению, решения. Получается, что мы поступали наилучшим известным нам способом в каждой ситуации и пришли к настоящему моменту. И самое естественное, что мы могли бы сейчас сделать, это позволить себе в это мгновение быть именно такими, какие мы есть. И я могу отнестись к вам, к зрителям, к моим зрителям в Ютубе с принятием, с любовью и принятием. Мне будет приятно отнестись к вам с любовью и принятием. И я позволяю вам в это мгновение, и в это мгновение, когда я это говорю, и в то мгновение, когда вы это смотрите, ну, не, это не значит, что у меня есть какая-то власть над вами. Это значит, что внутренне я в своем уме, в своем воображении, в своей внутренней субъективной реальности принимаю решение не предъявлять вам претензий за что-то, а отнестись к вам с любовью, принятием и разрешить вам в моем уме быть сейчас именно такими, какие вы есть. Сейчас вспомнил прием этот, который когда-то я применял, когда я, ну,
когда я для посыла любви. В общем-то, по книге Клауса Джоула, посланник, но мне было комфортно это делать с помощью слов и мыслей. То есть, видно, как-то я, ну, как бы, так сказать, вот этот способ, он отзывался в моих эмоциях, когда я направлял и направляю свое внимание с помощью правильных слов, ну или эффективных для меня в этой ситуации слов, то вот тогда получается, что я чувствую эмоциональный отклик, значит, получается, ну, а эмоции — это реакция моего ума, оценка моего ума, объекта, где мое внимание. Если мое внимание на этих словах и мой ум отзывается позитивными эмоциями, радостью, комфортом, принятием, любовью, значит, для меня это работает. Да. Работает что? Точно описывать. И вот, ну, в частности, там я раньше описывал для себя посыл любви, как я представляю, что сейчас шлю настоящую любовь, принятие в виде яркого, предположим, золотистого света в себя и в свою жизнь. И людям, с которыми я взаимодействую в этом году, и людям, с которыми я взаимодействовал на протяжении моей жизни, и людям, с которыми я буду взаимодействовать. Да, сейчас словами увлекся, а прием этот, вдумываться в каждое слово. Ну и, в общем, что-то сильно увлекаюсь и теряю нить. Но если вернуться, то вот как мне сейчас нравится, значит, позволяю, вдумываюсь в это слово, себе в это мгновение, как приятно вдумываться в эти слова одно за одним, быть именно таким, какой я есть. Да, это другое переживание, когда я вдумываюсь в каждое произнесенное слово, а не просто в смысл произнесенной фразы. Надо будет над этим еще подумать. Ну и сейчас яркая, актуальная тема, острая — это война России и Украины. И да,
печально об этом вспоминать, сейчас чувствую печаль и использую этот инструмент для обработки этой темы и скажу, что разрешаю. Этой ситуации с войной быть сейчас именно такой, какая эта ситуация есть. Интересный опыт, если вдумываться в каждое слово. Другой опыт, чем если просто вдумываться в смысл фразы. Да. Получилось интересно. Я, да, вот сейчас получилось это взаимодействие интересно для меня, взаимодействие с камерой, взаимодействие с записывающим устройством или взаимодействие с этой ситуацией. Я сначала у меня были одни планы, потом чуть-чуть другие планы. Но, в общем-то, я как бы и хотел поговорить о любви, о принятии. Но я думал, что будет покороче. А вот уже смотрю, что 17 с половиной минут. Ну, мне нравится, что я не пытаюсь выглядеть тем, кто не заикается. Я позволяю себе говорить медленно и, ну, позволяю себе говорить медленно в том смысле, когда мне это комфортно и когда мне этого хочется. Не пытаюсь выглядеть тем, кто не заикается, а позволяю себе в этом отношении быть именно таким, какой я есть. Но, сказав это, я осознаю, вспоминаю, что я в чем-то я пытаюсь выглядеть несколько другим. И это чуть-чуть грустновато, но как бы это, видимо, это одно из правил жизни в социуме. Я позволяю себе быть в этом таким, какой я сейчас есть. Позволяю себе сейчас быть именно таким, какой я есть. В том числе с учетом этого и со всем этим. В следующее мгновение я неизбежно изменюсь. А сейчас могу позволить себе быть таким. Спасибо за ваше внимание. Пишите, если будут какие-то мысли. Счастливо.